Так, ну что ж, друзья, мы возвращаемся к вам на трансляцию Frogbite Masters, второй сезон, малый финал лузеров, LDLC против Titans. Только что Титаны взяли первую карту, со мной в комментаторской находится Дуренг Стубаев, если я правильно назвал твою фамилию, мог ошибиться. Правильно. Он же Ашер Адрен, друзья, и он нам помогает разобраться вообще в ситуации и в том, что происходит, ну и рассказывает разные-разные интересности. Итак, так. Давай какую-нибудь интересность. Какой тебе интерес? Не знаю, какой-нибудь супер инсайт. Какого цвета у тебя носки? Белого. Белого. Все, у Адрена белые носки. Может быть, разыграем их в паблике? Да, изи вообще. Изи. Могу поношенный дать. Так, ну что ж, Адрен, смотри, Мираж, LDLC начинает в защите. У Титан были проблемы с этой картой на ESVC очень-очень большие. И на ESVC они ее проиграли команде Emulate. Да, тут Титаны не стали париться и просто выбежали на Russian. При том, что поставили бомбу, смотри, там из дыма вообще из вайера. Так, ну все, пошел разврат и хаос. Это будет ретейк от команды LDLC. Так, ну ретейку мешает скрим, при том, что плотно. Смотри-ка, скрим просто злой. Злой. Ну вот с Quickly надо что-то сделать. Узи. Не самое сильное звено, но может потащить сейчас именно Quickly. Так, ну смотри, Узи забирает спокойненько Смитса и нормально его заманцевали. НБК красный и Квикли его отправляет просто в звездный десант. Плохо. А дефьюза плохо, нету. Плохо, плохо. Вот он дефьюз от Узи, но уже... На самом деле, очень плохо отыграл Смитс. Очень плохо. Чувак просто... Просто выбежал у них и умер. Знаешь, так нельзя делать. Ну, может просто, вот знаешь, вот обычно бывает так. Команда, которая берет первую карту, она себя начинает на второй вести немножко нагло. В каких-то моментах это добавляет остроты и ощущений для соперника, но если соперники реально, ну, проигрывают карту, вот как ты сказал, да, они проиграли на классе, да, то ведь такой же класс могут показать LDLC на этой карте. И, соответственно, там стойкость и просто обычное проявление профессионализма и неадекватизм от оппонента может испортить все. Так, вот начало хорошее от NBK, принимает аркаду на ковры от Apex, и 4 в 5, ну, не куда знаю. Куда торопятся Титаны? Вообще никуда. Ну да, им, по-моему, незачем. Ну, мы знаем, что бывает с теми, кто торопится играть против пистолетов. Что вообще можешь сказать по поводу вот пистиков? Valve же будут по-любому добавлять еще много-много оружия. Ну вот я тебя хотел расспросить вообще про чешку, как тебе она, CZ? CZ. Для меня это пока что-то новое, не могу раскрыть его для себя, как пистолет. Потому что пытаюсь, пробовал сколько раз там поиграть с него, там бить кого-то не получается. Для меня это вот 5-7, Дигл самый верняк. А Дигл как тебе? Вот не считаешь ли ты, что его нужно еще чуточку упростить? Упростить? Да. Он будет немножко имбовым, честно говоря. Но он и сейчас, в принципе, имбовый. Но да, вторая пуля теперь не дает 50 хп, на минус 50 хп, иногда даже с 3000 не убиваешь в тело. Просто надо с него уметь стрелять. Это все. Дигл сейчас он такой рандомный немножко, но если побегать на ДМе там пару часов, то можно будет нормально заряжать. Ну вот, например, Хэппи сейчас показал, как с него не надо стрелять, но он сначала навелся, а потом уже... Хэппи показал чудеса реакции. Чудеса реакции просто, в кавычках. Так, счет по мапам, друзья. Это вторая карта, первая за командой Титан, и счет был весьма уверенный, 16-8. Титан обыграли LDLC, сейчас Мираж, третья карта вроде Инферно, но вообще изначально мне судьи писали то, что вторая карта будет Инферно, а не Мираж, и Мираж будет третий. Но вот что-то у них, что-то они, не знаю, кто-то то ли подмашнил, то ли что-то еще. Кстати, вчера вы когда играли с LDLC Инферно, какой там был пикчер карт вообще? Вот, мне интересно. Так, мы черкали 100% трейн, как обычно. 100% трейн. Да, потом. И мы черкали, по-моему, нюк. Они не захотели играть у нас в кэш. Ну, кэш с вами играть, конечно, не стоит, это да. Да, не захотели играть они Мираж. Этот же Мираж они не захотели с нами играть. Ну и третью карту, по-моему, мы сами выбирали. То есть Инферно, либо Даст-2. Мы выбрали Инферно. То, на чем вы играете. Ну, на Дасте-2 вы два раза отправлялись с чемпионатов в Европе домой. Да, насколько я помню, один раз от датчан, или даже два раза от датчан, как раз-таки там Пимп и Банда, и вот, если не ошибаюсь, это 3D Max сейчас команда называется, и от американского комплексити. Что, кстати, скажешь про американцев вообще вот в плане игры? Тоже какие-то домашние, знаешь, не комплексити, а iBuy Power. Так, это какая-то команда, которая может у себя дома, так же, как и Team LDLC, выиграть чемпионат. Неважно, какой команды, а приехать на зарубежный турнир любой и просто
просто сыграть никак. Но они же на ESL вроде выиграли, как бы первое место заняли. Они играли у себя дома. Опять же, домашние. Ну, дома, но тем не менее, все равно прошли до площадки турнира. Хотя, знаешь, вот да, с твоей стороны можно понять домашний-домашний, потому что у тебя в любом случае турнира домашнего нету. Да. Но в арене-то все равно как дома. Ну, с этим я согласен. Я вообще в Украине как у себя дома чувствую. Как? Горилка, сало? Нет, просто люди. Люди. Отношения. Атмосфера. Смотрим это... раунд 4-4. Очень жестко, кстати, начался этот раунд. Тут ошибается Узи сейчас в попытке чека ямы. Упоролся и... Вернее, не упоролся, напоролся на NBK. Сейчас нужно просто отфлешить кому Кьоли, у которого нет флешек. Да, Титана даже не догадывается. Смит должен был по факту крыть спину, но... этого не произойдет. Апик забирает в спину NBK, выходит. Экзистенс контрит моментально. Вот сейчас, конечно... Такой момент рисковый. Квикли попытается разыграть. ВП открывает, чекает красные ящики. И ничегошеньки себе. Вот это терпилка какая-то от титанов непонятная. И заканчивается она эпичным фейлом. Existence. Ну все, 2-1. И Квикли просто все, разошелся. 26 секунд до конца раунда. Капитан остается против снайпера. Думает Existence. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Вот так вот, просто прямо из-под прицела берет и уходит. Вот это Existence, вот это да. Ну, по-моему, Квикли сейчас может его просто обыграть. Ох-ох-ох, первые пули не залетели. Ну все, здесь просто надо... Ой-ой-ой, вот это... Кёли. Просто на минус 4 с ВП. Вот слушай, если бы он в Катовице так же играл, то на Вакармнет не было бы кучи фотожаб. Его там в Армению обратно отправлял один. Французская комьюнити. Ну, там были фотожабы, да. Ну, там вот французы, они... У них есть Вакармнет, свое комьюнити. У них там... Ну, это как, знаешь, это как Браблей в свои лучшие годы. Но Браблей же тоже было весело. Да, Браблей — это вообще легенда целая. Там Хуч поджег сцену и Старсю. Тема была просто жаркая. До сих пор не забуду. Вот, кстати, ты общаешься с кем-то без российских игроков старых, с тем же Хучом, там, я не знаю, еще с кем-то. Там мы иногда играем... Матчмейкинги с Хучом. Ну, с Финном, со Снупом, с остальными я уже давно не общался. Ну, то есть это вообще уже старики. Да. То есть если ты старый, то они вообще уже, да? Если я старый, то они вообще уже сыпятся с них песок. Сыпятся с них песок. Ну, а вот по последним фильмам мне известно, что они в Диабло вроде как играют. Вот так вот. Не в курсе, честно. Просто Тафа с ними как-то шпилил. Вроде мне даже как раз Тафа об этом рассказывал. Вот, ну, было весело. Ну что, смотри, 3-1, и команда Титан, по-моему, сейчас хочет опять на классе действительно обыграть LDLC. И мне даже кажется, что твой прогноз может сбыться. Ой-ой-ой, даже как. Сплитовать будут? Да, походу, бэплэнд. Но вот не ясно, опять же, до конца. С парапетом плохо сыграли. NBK закрыли на яме. Аркада от Апекса. Выход на бэплэнд, в принципе, уже можно было бы прочитать, если бы кто-то был в медле у защиты. Но в медле никого нету. Неаккуратно играет Шокс на Б, его палят. И... Ой-ой-ой, вот это фейл. Просто не чекает тачку. И Узи спокойно перехватит инициативу, давит двоих. Остается Existence и ловит пулю от Квикли. Давай. Даже Узи вообще, слушай, Узи сам на себя не похож. Минус 3 за раунд. Знаешь, что мне больше нравится команде LDLC? Они очень быстро хелпают другой локации. То есть у них очень быстро ротация идет между плантами. Ну, работают с инфой. Да, но имеется в виду, они очень быстро оказываются там. Очень-очень быстро. То есть это уже зависит от расположения игроков тоже. Ну, значит, пытаются играть более парно. Ну, вот у поляков, например... Вот у поляков есть такой косяк, ну, в одном, не то что косяк, у них есть такой прикол, парни из стиля игры. DLC я то же самое наблюдал еще вчера, но минус, вот, например, парной игры в том, что вы вдвоем фокусите, например, по одной точке, ваш третий падает, и вы вдвоем смотрите в одну сторону, а там два чувака с разных сторон. И вот у LDLC очень много раундов за счет вот таких приколов отдается. Но в плане толпы у них действительно, да, все здорово. Здесь, посмотри, вот вроде только-только первые флешки, а тут уже трое, но борьба от команды Titans. Scream Smiths навязывают игру LDLC. И в этот момент Existence ошибается, пытаясь прорваться. Smiths разменивает за красными. И у LDLC неудобное выбивание намечается. Они будут выбивать с одной позиции. Маньяк пойдет в коннектор. Один остается с окна. КТ респаун уже занят, и выход на точку... В принципе, ну, можно сказать, что закрыт. Смитс. Если тапа не был.
По нему есть, а вот скрима-то здесь не видели, и скрим залезает спокойненько на Делпана и расправляется с ним. Кстати, нет у тебя случайно какой-то информации, ведь недавно объявился Дулпан, который собрал состав SK Gaming, но состав не заиграл. Что сейчас делает Дулпан? Ты его никак с ним? Нет, я с ним никак не контактирую, вообще даже не знаю, что он делает. Он раньше стримил вроде. Ну да. Сейчас уже пропал, и не видно, не слышно о нем ничего. Вообще беда какая-то. Как думаешь, будет у SK Gaming свой состав по CSGO? Я думаю, будет, может, чуть попозже. Хотя, я так, насколько я знаю, SK Gaming и NiP — это почти одно и то же. Одни и те же руководители. Ну да, там одна компания владеет, да, поэтому... командами. Хотя, как старые добрые, может быть противостояние SK NiP, кто знает. Ну, по фану все сделают. Там Crystal, говорят, доиграл. Да, Кристал играет. Я смотрел у него стрим, он, кстати, очень жестко попадает. И так, смотри. У Шокси пинг 100. Вот он сейчас просто... Знакомая ситуация. Порнуха, наверное, докачалась. Знакомая ситуация. Но у него прямо, по-моему, лос жесткий, и он из-за этого тупо не попадает по красному, хотя навел прицел. Смотри, с чем Апекс, ты посмотри, с чем Апекс принимает. Пулеметом? NBK пулемет. Пулемет называется Terrain, то есть это как земля или что? Почва. Не знаю, что это как переводится, но очень интересно. Sorry, wrong buy. Вот, собственно говоря, и не сработал он. А вот у маньяка есть сейчас шанс взять раунд буквально на халяву. Ой, ой. На уверенности. Ой-ой-ой, скрим. Добивает минус 4 от Аделя Берлинтома. И это 2-5 для команды Титан. Ну, короче, продолжается, по-моему, просто фулл контроль титанами DLC-шек. Ситуацию, да, и все, и контролят карту, ситуацию, и вообще... В некоторых моментах им, по-моему, повезло в игровых, но ничего не меняется, они также на классе переигрывают команды LDLC. Ну, да, знаешь, вот в индивидуальных планах, типа, такие парни, как Викли, там, маньяк попадают жестко, да, свои фраги делают, но... командам взаимодействия все-таки титаны... Умудряется всегда быть там, где надо. Посмотри, какой нестандарт. Два игрока на парапете от Team LDLC. И смотри, бомба идет под Б. Сплит Б. И, по-моему, LDLC угадывают этот раунд. Непонятно только, чем закончится. Они укрепляли просто Б, и его поиграть в окне, который может быстро тупануть на через окно, если какой-то сплит будет. Есть инфа по Кёле. В итоге, смотри, Хэппи сейчас будет делать просто минус спокойно. Нет, зажимает в центре, не справляется. Уходит Шокс минус маньяк. Шокс. У Шокса пинг отпустила? Да, отпустила пинг. Открыл Б-плен, забрал Узи. Нет, так, нет, Узи. Ну и вот он размен. Невнятный. Слушай, ну угадали здесь, что поделать. Да. LDLC. АВП, конечно, должно было перетягиваться, но этого даже не потребовалось. 3D зайти Existence на А. Поставить бобу. Ну, апленд пустой, но Existence, по-моему, думаю, не дурак. Ну, все, после этой флешки он понял, что здесь уже о нем известно. Шансы. Ну, посмотри, подрался с Хэппи, но Apex был вовремя. 5-3. Ну, опять же, за атаку взять 8-7 раундов — это очень даже хорошо, на самом деле. С учетом того, что 5 уже взяли. Хотя, может быть, сейчас LDLC развернут. Смотри, может, оно так сейчас и будет. Вчера, знаешь, вчера LDLC, вот... Проиграв первую карту на втором Дедасте, ну, на второй карте вот против Dignitas, едва-едва, вот они взяли 15 раундов, допы, но четко смогли, собрались и взяли просто подряд все раунды овертайма. Здесь сейчас может быть также с раундами в половине, потому что, по-моему, не понимают, какая ставка здесь все-таки стоит. Ну, там соперник был другой, конечно, думаю, Титан не должен допускать такого. Ну, может, морально соберутся, это им как-то поможет. Хотя, глядя, что сейчас с пистолетами устраивают титаны. Ого, вот эта засада двойная для Хэппи была сейчас. Смотри, 2 в 3, есть девайс у скрима, и это на самом деле один из самых опасных воинов команды Титан. Еще остался NBK, у которого... Оу, неудачный выход, и не прочекал между, Апекс его забирает. Все, остается скрим. 1 в 3, ну что, это будет клатч. Хотя у него нет армора. И это может вообще, 20 по-моему... 20 пуль всего. Да, и всего 20 пуль. Это его может погубить. Пистолете одна. Ну, надо перезарядиться. Подумал скрим. Вот я тебе говорю, вот он сейчас, короче, выжимает двадцатку. Не, попадает, убивает первого, убивает второго, в третьего там попадает пули. Достает пистолет, чтобы добить, а там одна пуля и тупо из-за этого дохнет. Ну, или просто сейчас умрет. А ну, проверим. Сколько играют в ДЛЦ? Они просто везде прячутся. Вот просто везде. Они боятся то, что этот чувак на них наведется.
Ну и NBK, в принципе, со скримом на одной точке погибают. Ничего страшного, это Black 5-4 и у Титан бай. Но бай не самый хороший. Смотри, там раскидка есть, но, по-моему, они кидать будут только один раз. И мне кажется, что это А, да. А, да, 5А. Дали раскидку, молотов под ковры взял NBK. Ой, NBK, говорю, скрим. Поэтому будет раскидка. Сейчас посмотрим, какой будет давать молотов скрим. Там у них есть наработанные свои так, гранаты. Ну вот NBK дождался. Ну вот наглость. Наглость фрай разгубила. Апекс пошел в яму, думал, возьмет на верочку, не вышло. Хэппи АВП не ждан. Хэппи как играет, просто, просто стреляя в дым, дает два фрага прострелами, через него не видя оппонента. И команда Титан при выходе 5А остается вдвоем. Шокс начинает жестко лагать, подбирает бомбу. В итоге скрим должен быть просто бомбардиром. Он, в принципе, выполняет эту функцию. Ставит два безумных хедшота. Так, маньяк прячется. Посмотри, как маньяк боится. Понимаю, что оп-оп-оп-оп-оп застает врасплох скрима. Шок ставит бомбу. Ну и здесь хэппи. Да. Минус 3. Слушай, в дым. Просто в дым. Просто двоих и... Вот та самая удача, про которую мы говорим. Вот дай бог тебе на лайн также. Спасибо. Чтоб ты также попадал. Тоже стреляешь в дым, падает 2-3. Да не, я помню, когда ты с пингом 120, вот когда вот там, когда вы играли за Virtus.pro, за организацию, вы играли матч в интернете, не помню, мы их все, помню, смотрели, и ты там с пингом 120 не мог с кафеля Б принять на Инферно. Вот, я помню, как у тебя на лане принималось на ура. Да, это вообще две разные вещи. Там чел выходит раньше намного. Как бы для меня позже. Он выходит раньше для него и просто видит халяву полностью. Так, Апекс на этот раз, смотри, не позволяет, не дает себя в обиду, забирает НБК и отходит на минус 70. С первым армором Смит стопает, пытается догнать. Вот он вступает в бой Хэппи. Ну, вот непонятно, что Титан делают. Знали же они, знают они, какие позиции занимали в том раунде на игроки защиты. При том, что Тимол DLC, по-моему, сейчас ждали Эко. И в итоге даже Эко ждать не пришлось, просто развал. Полный развал на Атол DLC. Капитан прическа и топ туда же. Ну, я не знаю, просто вот его прическу все активно обсуждают, но слов нет, на самом деле. Я с ним на эту тему общался, но у него что-то с английским. Не, у него, по-моему, все нормально с английским. Ну, он как-то так. Может, это у вас сложился диалог? Недоброжелательно. Да нет, сложился. Но он как-то какой-то такой, в приталенной футболочке с причесочкой. Это где было? Здесь, на Старладере, когда там были НИП, когда Титаны выиграли, то есть когда они еще были в Эригеймс, когда финал был отдан вроде бы вами в две карты, если я не ошибаюсь. Скримы, кстати, я видел в Катовице, парень перестал заправлять штаны, носки. А, вот это вообще просто жесть. Я помню, когда французская команда и Мейджден, там, где был Скрим, Шок, Сузи, первый раз приехали сюда на лан, и там был этот Острайкер, короче. Острайкер. Старина Ос мы его называли, которому там 35. Так вот, у них у полком... И был еще Эйгер, который... Это первый в истории CSGO рулон. 0 на 17 у него была статистика на лане, он еще компьютер пинал. Да ладно. Да. 0 на 17. Imaginary, по-моему, да? Да. И, в общем, у команды Imaginary, у трех игроков, короче, штаны были заправлены в носки. Я такой видел на скриме, такое. Ну вот, а там у троих. Ну, у Шокс не было заправлено в носки ничего. Может, Острайкер дал им наставление? Будете заправлять, будете попадать. Интересно, а он сам своему совету следовал или он их только давательный? Ладно, ну что ж, Квикли, смотри, принимает спокойненько яму. Титаны атаковали успешно, есть, ну, 2 км остается все еще в живых, но кинуть Шокс твою налево, ваншот, ванкил, ноулак, джаскил. Опять хэппи с лаки вычисляет, залипано. Да, сейчас, по-моему, будет просто, ну да, человек-радар. Ставится бомба. На, просто в спину. Это же, на второй. Узи бежит дефузить. Где она? Где она? Вот она моя, говорит. Так, ну и Хэппи хочет еще и минус 3 сделать. Хочет. И задефить бомбу. Ну ладно, 7-5. LDLC впереди. Два раунда. Ну, смотри, LDLC набирает... Ну хотя, честно говоря, Титан играет как-то, знаешь, расслабленно, что ли. Отдаются до выхода какой-то локации. То есть до раунда не заготовленного. Они отдаются.
что не следует делать вообще на этой карте. Ну, вот, может быть, просто они как бы уверены в своей победе на этой карте. Может, они знают точно, что если перейдут за защиту, то LDLC их тупо нечем удивить. Я скажу так. Ты уверен сначала при счете 5-3, а потом, когда счет становится 10-5, не в твою пользу? Ты не очень уверен. Да, тут уже уверенность пропадает. Так, ну что ж, смотри, сейчас титаны будут занимать мидл. Мидл, в принципе, занят. Вот главное выиграть перестрелку с коннектором. Поджим под бэт-маньяка. Это инфа для LDLC. Квикли готов. Готов играть. Залетает дым в коннектор. Квикли просто ждет. Слышит мидл. Слышит перетяжки в сторону парапета. И вот он, пожалуйста, первый минус. Второй минус. Ну и третий минус мог быть. Смит остается красным. Но какая стрельба. Слушай, какая стрельба все-таки у Квикли. Это просто жесть. Ну и инфа про парыч, конечно же. Сейчас умрет NBK от Апекса. Нет! Какой тайминг ловит Натан Смит? Смитс. До свидания, Смитс. 2-3. Но аналогичная ситуация того раунда. Только бомба в коннекторе и надо что-то делать. Зашивают УЗИ. NBK. Великолепная игра с коннектора. Перед коннектором. Забирается бомба. Вот мне интересно, поймает сейчас NBK, рискнет маньяк или нет? Да, маньяк рискует. Выходит, видит и NBK. Вовремя отошел, но, тем не менее, ничего не вышло. Шокси, Шокси. Оу, 4 хп, Шокс, 24 секунды. Оу, ну, попал просто первые пули. Если бы сразу не стал зажимать, не потерялся бы, то мог бы добить маньяка. Но он дэмэджа просто первый контакт меньше нанес. Вот только что увидели два четких тайминга. От первого от Кёли, когда он вышел с перемычки и начал убивать Зиг, там был четкий тайминг. И... тайминг это MBK, когда отвернулся Апекс. Ну, это, конечно, жесть. Слушай, вот Апекс, наверное, разозлился после такого. Я уверен. А французы, они, кстати, вот как потом, сильно эмоционально на лане? Я тебе скажу, не зависит от национальности, просто зависит от человека, на самом деле. Вот тоже знаешь, наверное, много там игроков, личностей, которые очень эмоционально играют. Ну, после сербской команды GamePub я вообще скажу тебе, что я ничего не знаю. А что, я упустил момент. Ну, ну как ты про... Не улыбайся, пропустил момент. Пропустил он момент. По-моему, момент пропустил тебя. Да не, они просто кричали очень-очень бодро, как на тех финалах. Ну, было за что кричать. Так, ну что ж, ситуация 5 в 5, 50 секунд до конца раунда, Апекс на поджиме, NBK охотится на него, Апекс на NBK. И, ну смотри, то все то же самое, что в том раунде, только вот сейчас УЗИ может набрить двоих спокойно. И нет, не справляется со Смитсом, но дает много дамаги. Экзистенс, парыч, Квикли. И NBK удается отомстить Апексу. Что делают титаны? Я не понимаю вообще. Ну вот посмотри, NBK развалил просто сейчас апленд. Но то, что бомба, конечно, лежит вот там, где мы ее сейчас покажем, это... Забрал! Не забрал! Ой-ой-ой! Что за скрим? Он завис. Да, скрим завис. Теперь понятно. Да, теперь понятно, что они делали. Так, ну посмотри, он еще завис такой. Лучики. Лучики? Да. Ну, слушай, из-за этого раунд уж точно переигрываться никак не будет, я уверен. И опыт такой, КМ на медле остался. Ну что ж, пауза. Пауза в матче, будем дожидаться Берлингтома. Куда же он делся, куда он пропал. Кстати, вот французская команда сейчас как активно играет? У них ведь тоже еще Старладер остался, много матчей. Все такое, вы с ними тренируетесь? Мы сейчас реже тренируемся, вообще с топом. А с кем в основном? Ну... Я уже не помню, как, честно говоря, там очень много команд появилось, начало появляться очень даже хороших, которые нарабатывают, наготовки какие-то делают. Поэтому мы играем с каждой командой из топа, может быть, один раз в неделю, чтобы, знаешь, так особо не проигрываться друг к другу. Чтобы и особо не показывать свой стиль игры, который мы наработали, возможно, немного. Ну и не встретиться там на Старладере. Ну, короче, чтобы в момент X вы были непредсказуемым, да, соперником. Потому больше, что чем... для нас задача на Старладер выйти, а там очень много игр осталось топом. Ну, а потом самая главная задача — выиграть в полуфинале, конечно же. Это, конечно, сначала задача номер один — это выход на Старладер. Но мне кажется, лан-финалисты Старладера будут жесткими. Кстати, еще пока что не было ни одного лан-финала, где выходили только европейские команды. Но вот... Тем не менее, некоторые отказывались ехать, но на этот Старладер приедут все, даже если они из Европы откуда бы ни были, потому что есть хороший призовой, ради которого стоит поехать. Что вот... Так, ну, слушай, скрим там, по-моему, я не знаю, может, он
Может, он узнал, что ты сказал про его... Может, он пошел штаны заправлять в носки? Что-то не попадаю. Что-то не попадаю. Надо пойти это сделать. Звонит Стариниозу. Так. Ну что ж, матч все еще на паузе. Вот видим то, что LDLC закупились уже как два раза. Экономика атаки, кстати. 3-8, 4-2, 3-6, 3-5. Ну, неплохо. Сейчас, наверное, делать бай будут по-любому. 15 раунд. Так, ну и твой прогноз какой на вторую половину? Смогут или не смогут Титаны? Или от пистолетки опять все будет зависеть? Все зависит от того, как Скрим будет себя чувствовать. Потому что Скрима нет, то если без него играть, то сам понимаешь. Ну да, да. Теряется вся нить. Да, и эти паузы на самом деле очень много повлияли. И возможно то, что Шокс лагает, тоже не очень хорошо сказывается на игре. Ну, Шокс, конечно, да, но у него вот как-то прыгает пинг на сотку, потом... Просто я сам знаю это по себе, когда ты играешь, допустим, матч какой-нибудь онлайн. И просто у тебя кто-то в микрофоне фонит, говорит, да у меня что-то лагает, там пацаны меня выкинуло, кто-то завис. Понимаешь, начинается какой-то сумбур. Именно во время игры. Ты не понимаешь, что происходит, что у кого-то тут залагал, у кого-то лагает пинг, кто-то вообще там разлил что-то на коврик. А, ну смотри, Дана Scream crashed, no news ATM, waiting for him. По-моему, у него там, наверное, не знаю, сгорела квартира. Да не, пропал интернет, скорее всего, сломался компьютер, может быть, все что угодно. Но я как-то сомневаюсь, что что-то серьезное. Хотя. Хотя. Кошмарный сон экзистенса. Закончился гель. Как думаешь, у него запас большой геля? Ну, я не знаю. На самом деле, вот я надеюсь, что они выйдут на лан-финалы, и мы у французов будем брать интервью. Вот к экзистенсу будет такой фан-вопрос, как от фанатской зоны, да? Сколько слоя геля ты наносишь на волосы с утра? Помогает ли твоя прическа? Помогает ли твоя прическа тебе всегда грамотно координировать действия своей команды? Так, слушай, на французском начали общаться. Что-то там, ты понимаешь, что они пишут? Нет. Банжу жажин джабаля джигаджа. Или атент куэкце ревент. Ах! Или сюртес. He is on TeamSpeak! Ура! Все, Скрим зашел уже на сервер, все. LDLC not ready, все. Ну, следующий пошел в туалет. Сек. Сик! Perfect. Ну, смотри, один в туалете, точно. One moment. Я как-то помню, знаешь, на матчах... Счастливый туалет. На матчах Старладдера, короче, как-то команды русские играли, я не помню, кто именно, но прикол был какой... Играли они с европейцами, и наши русские там типа ставят паузу. А, перед матчем там не пауза, эфир-то уже идет, и типа у них ушел в туалет, и чувак на английском пишет: да он посрать пошел, сейчас вернется. Знай наших. Он на русском написал или на английском? На английском написал буржам, чтобы они там типа не нервничали, не переживали. Бывает такая фигня. Так, на самом деле, я вот жду не дождусь, когда команды какие-то в России начнут формироваться, потому что как-то скучно без движухи в России. Раньше было столько команд, все шпили, играли, а сейчас что-то нет, раз... Да и сейчас есть, просто, не знаю, чего-то не хватает там. Какого-то своего лидера, что ли. Им не хватает какого-то своего чемпионата, например. Какого-то своего Доси. Ну так Доси вы забрали. Досю никто не отдаст. Так, ну что, решающий раунд первой половины, и это либо 10-5, и Титаны играют... В дефолтик либо будет 9-6, и у Титанов появится возможность. Так, смотри, поджим Бэплантам. Аниек занимает позицию, Хэппи прикрывает. Шок стоит на контроле. Шок стоит вообще на смоке. И Шок сейчас не знает о том, что, в принципе, здесь было поджато. Дает дым. Будет ли чекать? А-а-а, бомба упала! Все, все, бомба упала, посмотри. Маньяк сконтрил, Шок залагал в самый момент. Пинг 74. По-моему, ему нужно просто ребутнуть компьютер, я не знаю, взять какой-то перерыв наполовину и разобраться со своим интернетом, что же происходит. Вполне возможно, его досит. Ну, короче, Шок синичакнул правый, на этом раунд закончился, Хэппи взорвал маньяка. Ну, счастливо закончил, счастливчик, первую половину, 10-5. Да. Слышно просто инфу, что Шокси играет где-то на отдыхе. На отдыхе? Да, он где-то на отдыхе играет там оттуда, в Австралии или где он там. Находится. Ну, в Австралии с пингом 41. Я даже не знаю. Просто я слышал такую инфу, что он где-то находится, поэтому у него такие проблемы с пингом и с компьютером со всей фигней.
Вот. Эх, дела, дела. Вот. Чемпионат на самом деле не шуточный. 21 500 призового фонда. Как бы вы, кстати, в 1500 попали. Я вас поздравляю. Спасибо. Ни много ни мало, но с учетом того, что групповой этап вы вообще, грубо говоря, не никак прошли. Да, никак просто. То. Ну, прошли дальше новей. Так что тоже результат. Ну что ж, Тимол DLC готовит сейчас выпад с ковров. 4 десантника готовятся развлекать Шокса. Будет давить дельфа на наш скрима. Ой-ой-ой, ты посмотри, Шокса просто сконтрили. В итоге на скрима тупо набрасывается вся эта банда, он в шоке, Апекс. Ну все, здесь уже, по-моему, эта карта будет за DLC, и мы увидим третью. Если такая пистолетка, все, Шокс 1 хп. Посадят его на нож или нет? Не, уважают друг друга, не стали бегать за ним с ножом. Ты не забывай, что Vergames тоже взяли пистик. Ну да. Тоже выигрывали 3-0. 5-1, 5-3 выигрывали они. И все, 10-5. Да, в итоге. Но преимущество-то как бы за, как бы, LDLC. Ну, то есть им по факту уже, да, меньше раундов им, нужно, да, брать. Да, согласен с тобой, что им намного спокойнее играть. Тем более после пистолетки у них, наверное, сейчас... Но самое главное, чтобы вот не началось то, что сейчас может начаться. Мы уже видели попытку экзистенса. Убить на центре так автодиректор, кажется, Смитса. Тимол DLC в этот момент занимает мидл. Это, в принципе, правильное решение — держать соперника на дальнем расстоянии в такой ситуации. Но так как титаны особо сильно не... Посмотри, они заркадили втроем яму, вернулись обратно на А и готовы драться с коннектором. Нужно давать минус, чтобы брать этот раунд. О-о-о, вот это попал сейчас Смитс, конечно. Шокси лагает очень сильно. Да, ну тут надо ставить паузу, смотреть. Просто у него то 20, то 100, то 20, то 100. И там, по-моему, лосс идет. То есть это не просто пинг, который стабильный, а тупо лосс. Так, экзистенс, чек Б. В коврах никого. Ну слушай, тут уже 3 на Б. И посмотри, что происходит в этот момент. В аркаду заходит скрим с ковров, его ждут. Вау, скрим убегает. Прочекал игрока на респе. Ну все, титаны точно знают, что это... Укрепление делает. Да, укрепление Б. Ну и титаны, для титанов это, конечно, сейчас на руку. Но если коннектор сейчас разыграет в свою пользу, да, минус Смитс. Коннектор играет, это квикли. Тина, конечно, дальше тоже та еще лотерея. Выход Б принимается... Нет, он не принимается никак. А, просто никак. Ну там НБК еще живой. Так, ну вот НБК уже с ковров начинает просто запирать, выжимает просто всю тридцатку хэппи в него. Ну вот 30 пуль, чтобы убить НБК. И остается логодромный Шокс. Ну, слушай, нормально. Был шанс. Шанс был очень большой. Но LDLC просто не потерялись, это самое главное. Но обычно бывает, вот команды выходят на Б, там 1-2 падают, остальные 3 в панике, не знают, что делать. Пытаются стрелять ровно, но в итоге приходит еще один со спины, еще один со спины. Повезло то, что LDLC сделали первый минус. Если бы они... Кто первый умер бы? Оу! Вау! Капит... Ну, я... Я думаю, 3 слоя лака. У него там, не знаю, лак для волос, скилл хедшот называется, наверное. Ну, у Апекса, в принципе, тоже, скорее всего, Апекс также на выходит очень грамотный. 2 головы от экзистенса. Не помогли. Да, не помогли. И это все, что, в принципе, команда Титан в плане экшена показала в этом раунде. Найс пишет квикли, Узи и... Благодарит Existence их за то, что оценили. Оценили, как пацик умеет. Реально, 2 хороших хэдшота. Они могли повлиять на исход раунда, но бездарно использовали этот шанс. Ну и ничего, вот девайсные раунды сейчас начинаются. Давай смотреть. Но если сейчас LDLC берут девайсные, то это точно ГГ и, ну, разменяются картами. Как минимум. Да, насчет... Миража, конечно, я, наверное, ошибся. Потому что я помню последний матч, титаны очень даже неплохо отыграли Мираж. Так, Йоли, смотри, не попал. НБК. Вот там подсадка выпадает, Смитс, и с окна сейчас будет выпад. Где же флешки? Почему никто не контрит это дело? Смитс без флешек выходит, на медле падают 3 в 2. Вот это размен. Скрим сейчас может прихватить инициативу, убивает аплент, и 2 игрока атаки остаются в медле. Логодромный Шокс, это, конечно... Ну, это, по-моему, сейчас будет дырка в защите. Как... Он лагает. Боже мой. Несмотря на то, что он лагает, он... Вот это флешка. Слушай, он прямо как, я не знаю. И стоит, ждет на голову. Ты видишь, это же надо таким быть. Просто сурово. Ну, туда именно идут LDLC, и сейчас все... Fix Ethernet, please! В общем, я не знаю, нужно...
как-то просто постараться... Постараться Шоксу что-то с интернетом сделать, потому что здесь полный лул и скрим сейчас, ну... Ну, я не знаю, надо... Все, будет пауза. Да. Все, будет пауза, будет проверять интернет, потому что после такого уже... Ну, это... Вот он 100% убивал этот парапет. Просто, если 100%. Бы не было пинга. А тут 14-5, матч на паузе. Ну, французы, конечно, понимают сейчас, что... Французы из команды Titans понимают то, что это неприятность. По-моему, они просто эту карту даже тащить не будут. Ну, почему же? Если пауза стоит, то... Они готовы тащить ее. Брать... Закупаться, брать фамбусы и как-то тащить. Да, ну, конечно, смотри. Момент с этим интернетом вообще интересный сложился. Очень-очень. Слушай, это такая подстава на самом подожди, деле. Неужели я так же выгляжу? Нет? Не, ну у тебя как бы смотри, вот он, ну ты видел, да, он прямо лагает, да? Это типа лосы жесткие, а когда ты играешь там с пингой 120, у тебя все нормально, то есть, ну ты не дергаешься, да, ничего, ты делаешь... Мне ребята часто говорили, что я типа очень поздно стреляю, там, есть такие моменты, что ты, там у тебя тип выходит... А ты начинаешь стрелять только потом. В итоге он тебя просто видит раньше. И все. Да. Поэтому из дома ты можешь смело сидеть на Б где-нибудь там за Б3 или там в темном. И зажимать наперед. И зажимать наперед просто тем. Тиммейта слил, зажал. Все, не убил, хрен с ним. Пинг. Не убил пинг. Не убил пинг, да. Убил красава. Так, ну что ж. LDLC, по-моему... По-моему, уже такие готовы взять оставшиеся два. Так, вот Титаны на первой карте выиграли. Да, Титаны выиграли на первой карте. LDLC имеют сейчас, в принципе, все шансы, чтобы развернуть на второй. И тогда мы будем смотреть с вами третью карту. Но кто бы в этом матче не выигрывал, победитель этой пары проходит на команду Virtus.pro, которая сегодня уступила коллективу Dignitas из Дании и... От этого нам, не знаю, плохо или хорошо, но... А где пинг, Шокси? 14. Ну, я что, он кабель у соседа отнял? Такой... Да не, фигня, я тебе скажу. Вот была, помнишь, была итальянская команда, вообще в первых сезонах Старладу у нас было много всяких там команд, как CSGO только начинался, и были итальянцы. Так вот, тип сидел через GPRS интернет и говорил, что у него лагает CS, он не знает, что с ним. Панда, короче, ему пытался помочь, объяснял это все в скайпе, а потом, когда мы узнали, что этот тип просто сидел через GPRS интернет и не мог его отключить. Фейспалм. Это фейспалм. 45 минут задержки мы ждали эту итальянскую команду только ради того, чтобы она взяла 4 раунда у команды NiP. Да, я вспомнил. Потом последующие матчи она тоже брала, по-моему. Да, и это была просто жесть. Так. Shox is still not back. Trin to fix. Lux. Trin to fix. Waiting. Lux. Ну что ж, смотри, покупают Титаны. Покупает Смитс, покупает Скрим. Да, волевуха будет еще там. Но если Титаны сейчас реально развернут и выиграют эту карту, я скажу, что я видел все. Хотя у меня $3 на LDLC стоят на эту карту. На эту карту? Да. То есть там можно ставить по картам? Да. А там можно поставить, не знаю, там, тотал фрагов? Допустим, он сделает 13 и больше. Не, там только можно победу. Очень жаль. Очень жаль. А как там твоя двадцаточка поживает? Двадцаточка? Да, или как там прикол этот, я не помню. Сколько там у тебя было фрагов в матче? 5. 5, да. 5 фрагов. 5 фрагов. Какую зарплату получает игрок команды Хер на 5 фрагов? Я шучу, можешь не отвечать. Это провокационный вопрос. Так, 3G интернет, GPRS интернет. Так, ну что ж, вроде бы Шокс возвращается, как я смотрю, у него пинг 7... Так он висит. Он вылетел вообще. Да, он вообще вылетел. Смотри, так он вылетел и пинг 17. Правильно, да, говорят пословица, да? Хорошо там, где нас нет. Шокс, у тебя пинг 17, меня там нет. Хорошо там, где нас нет. Адриан, у тебя пинг 17, меня там нет. Я там точно не был. Так, что вообще, кстати, скажешь про карту Мираж? Вот тебе нравится, как она сейчас устроена вообще? Знаешь, вначале сам я вообще не понимал эту карту. Ну, как ее создали, просто мне нравилась старая версия CE. Но со временем начал привыкать к этой карте, как-то приспосабливаться, более-менее понимать тайминги. И эта карта начала мне нравиться теперь. Мы стали ее вроде неплохо играть. Ну, CE же это классическая карта, как-то, да?
Это нет, но вот Тускан на подходе. Подходит Тускан. Вообще, как ты считаешь? Как ты считаешь? Вот я, например, считаю, что на чемпионатах, где играют профессиональные команды, не нужно играть кэш, ну вот именно на ланах, да, нужно, чтобы были реально 4 карты, да. В матчах в интернете, в онлайн-регулярках должно быть много карт. То есть там типа на турнирах, как Фрагбайт, мы можем видеть кэш, сизон какой-нибудь, да, еще что-то. Ну, здесь нет сизона, но я тебе примерно говорю, ты понимаешь меня, да, наверное, да? Понимаю. Но я считаю, что все-таки на чемпионатах, где реально разыгрываются большие призовые, должно быть 4 карты, потому что именно с этих 4 карт все начиналось, эти 4 карты все знают. Если вы ее не готовили к этому турниру, это ваша проблема полностью. Но их всего 4. По-моему, подготовить 4 карты – это реально. Это реально подготовить, но... Проблема с черканием тоже идет. Ну да, да. Но где-то удобно, где-то неудобно. Где-то неудобно, где-то удобно. Но я бы на самом деле даже... Было бы идеально, если бы просто добавили Тускан. То есть играть Train, Nuke, Dust2, Mirage, Inferno. Тускан. Тускан. А как тебе кэш вообще? Подожди, еще какая-то карта должна быть, нет? Кэш. Кэш. Ну кэш такая карта, знаешь. Я, честно говоря, не знаю. Кто больше играл в нее, тот и выигрывает. То есть нет такой... Мало кто играет кэш, просто многим командам легче вычеркнуть его из пула, ну, как бы просто не тренировать ее. Ну да, да. И просто не пикать ее, вот и все. Это легче сделать, чем тренировать и сидеть там, пытаться что-то придумать новое, если все равно тебя переигрывает команда, которая играет больше. Так, he's on his way. Troubles to connect to the server now. XD, yes. Yes. Yes, yes. Просто yes. 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 Ну это... Что это? Я на скрим вообще. Что он, зачем он написал? Он подакивает MBK. Типа, да-да-да, он не врет, чуваки. Проблема с коннектом на сервер. Да. Да. Просто адмирал ясен красный, я даже не знаю. Скрим. Так, Слэм, ты играешь с дефолтными скинами? Да, с дефолтными. Вообще в CSGO есть дефолтные скины. А, он, наверное, имеет в виду пушки? Или? Да, пушки. А, нет, конечно же, нет. Откуда у тебя пушки? Да, откуда у меня пушки, на самом-то деле. Смотри, там два каких сидят. А кто это? Это... Сэмлер и... Сэмлер и Андерс. Мы их называем Штепсель и Тарабулька. Что это значит? Ну, потому что один такой, второй. Все, понял. Штепсель и Тарабулька. Это идеальный дуэт? Ну да, но Сэмлер, конечно... Хрен его пойми. Не, Андрес четкий тип. Знаешь, почему он официально комментировал «Катовицу»? Потому что ему предложили деньги. Короче, денег было столько, но ему было мало. И остался параллельный матч дома комментировать. Вот. Ну, а мы не комментировали, потому что мы StarLadder. Все поэтому? Ну, да, да. Окей, я понял. А что, интересно, я там что-то слышал с Торином. Какой-то был замес. А, короче, в аналитической передаче, перед вообще, как бы, да, ну, Торин как? Торин, на самом деле, вот за 10 лет КС я готов сказать, что Торин реально настоящий профессиональный журналист. Mm-hmm. Да. Его материалы, его статьи, его вопросы в интервью просто жесткие, потому что он реально вопросы может тебя заставить, он вспомнит там 2003 год, а тебе на отвечай, да? Все факты вспомнит. Да, он вспомнит просто все факты. Так вот, этот чувак в передаче, посвященной открытию, собственно говоря, вообще этому турниру в Катовице, да, они начали обсуждать, что такое Польша, и началось все с истории Польши, кому она принадлежала, кто в ней живет, что в ней сейчас происходит. И, короче, на-на-на-на-на-на-на-на-на, если ему сказали расисты, едь домой. Ну, так вот. Ну, или что-то вроде этого. Ну, короче, нашли объективную причину. Так, ну что ж, адмирал, так, шок зашел. Шок зашел. И... Берет ФАМАС, посмотри. Ему закинули еще денег. Так, отдает ФАМАС, берет МАК. Все, погнали. Ситуация следующая. Если Титаны сейчас проигрывают эту карту, будет третья. Если дадут камбэк... Что будет выпад на мидл? Не будет, да, уже. Вот тебе выпад. Все, вот тебе выпал на мидле. Выпал на мидле. Выпал из игры на мидле. Ну что ж, походу будет 1-1. Open фраг за LDLC. Если сейчас... Титаны не берут, то это будет... Ну, у них денег нету, все, на следующем раунде они остаются пустыми. И с этой пустотой уже ничего будет не сделать. Пытаются, смотри, пытаются прочекать мидл. Почему-то играют агрессивно. Зачем? Для чего? Смитс уже... Фраг, сейчас умрет Шокс. Оп! Вот так вот. Ребутал интернет, ребутал, в итоге все равно ничего не получилось. Ну что ж, NBK будет защищать Б. Пока что один. Ловит флэш. Ждет выхода.
убивает бэплэнд, не давая зайти маньяку, дает дым, чтобы никто больше не прошел. Но, по-моему, LDLC уже будет делать... А, посмотри, посмотри, посмотри. Вау! Берлин там просто божит! Что он делает? Team LDLC, выходя один по одному на точке, просто разваливаются. Разваливаются, пух и прах. Скрим, флэш. Ну, вот это, конечно, жесткая флешка, но тут АВП от Quickly было явно нежданчиком. Resistance пытается прострелом что-то сделать. NBK. Ну, вот сейчас либо Натан Смит что-то сделает, либо это ГГ. О-хо-хо-хо, ты видел это? Да, это ГГ. Это ГГ. Ну, смотри, три красных. Три красных, так что еще... Ничто не забыто, никто не забыт. NBK, ну... Ребят, это отыгрывает просто 100%. Ну, вот, кроме Хьюли. Коля или как его. В общем, отыграл он не на все 100%. Квикли. Так, слышал сейчас трон. Слышал трон NBK. Видел на троне парня, хедшот. И красный, красный Узи перехват инициативу убивает. Ну и это будет... Опять пауза. Опять пауза. Ну все, тут точно сейчас титаны будут что-то обсуждать. Я не знаю, Existence закупается. Может, кто-то вылетел. Так, Викли, Apex, having high ping at Zlan. It was sorry, admins. Ну что ж, 138, 139. Нормальный пинг. Хороший пинг. Ах ты троллина. Ах ты троллина. Слушай, а на каких у тебя вообще серверах нормально? Ты там играешь что-то на рус? Ну, ты когда-то дом в Казахстане играешь? Я играю на Швеции, там у меня пинг иногда 70, даже 80. 70-80? Да. Это как так вообще? Ну, вот так вот. А на Россию какой? На Россию 50-60. Ну, тоже нормально на самом деле. Да. Не, на самом деле, вот если был здесь нормальный сетевой код в игре, я еще вот сразу, как она только вышла, выхватил, что с пингом 80 играешь, как с пингом 50. В 1.6 ты с пингом 50 уже тебе было просто дискомфортно, да, и сложно. Да, с пингом 80 вполне играбельно вообще в CSGO, не то, что в 1.6. В 1.6 вообще там у тебя пинг 45-35, и ты уже себя чувствуешь дискомфортно. Тынь, что-то там закончилось сейчас. Ладно. Матч паузет. Ну что, будут ждать, когда у мальчика в зайчика в пинг упадет. Ну, вроде пинг упал. Хотя, вроде пауза по инициативе была NBK, он ее поставил. Слушай, у меня вопрос. Ты много поднимаешь на Gaming Bets, или как там это называется? Поднимаешь. Да не-не, я же там просто по фану отслеживаю, да, коэффициенты. Я смотрю, серьезно, я смотрю, куда там народ как бы ставит, и все. Я там, если ставлю, то по маленькой, ради интереса. Ну вот, в Катовице ставил на веру, без аналитики. Больше на вас ставить не буду. А ты не ставил против нас? Против Титана у нас? Нет. Так я как бы там поставил на вас $20 и... Против Дигнити? Нет, против Титанов. Матч против Титанов. Коэффициент какой-то жесткий. И там получилось так, что очень-очень хорошо. И сразу вывел эти деньги. Так, ну что ж, NBK. В драке трон выигрывает, ковры уходят, NBK взрывают. Ну тут надо выпадать и добивать, бомба падает, апленд какой-то бред делает, сейчас Team LDLC. Почему бомбкерри остается стреляться? Вот, кстати, бомбу некоторые игроки до сих пор не замечают, потому что она у них на руках. Не привыкли еще. У вас тоже такое было? Вот это Хэппи, конечно, протаранил сейчас Смитса. Просто жестко. Ну, будут пытаться LDLC напрягать. Что касается титанов, просто сидят на бомбе. Ну, LDLC 15. Это надо смотреть. Это надо 10 подряд, а потом еще овер выигрывать. Это же жесть. Прошил. Супер. Дотопал маньяк. Ну, остался Хэппи. Смотри, 1 на 1. Но 12 хп здесь у него. Играет против Скрима. Скрим теряется, но... Со второго выпада все-таки добивает. 3-4 хп остается. Скрим, наверное, сейчас сказали хорош. Посмотри, денег нет у LDLC. Есть шанс потащить эту игру. Ну, появляется. Потащить игру появляется. Но это нужно держать просто под напряжением каждый раунд и не давать ставить бомбу. И один из трех раундов они будут по-любому закупаться. Логично. Ну да, но смогут ли это сделать титаны, при том, что динамика игры такая, как бы, что у LDLC просто получается выбивать апленд. Апленд, бэпленд, выиграть пристрелки на медле. У титанов пока еще непонятно, что с хелпой. Раундов видели мало. Так, ну что ж, выход на точку и развал. Апекс. Отличный минус. Хорошая стрельба с по 250. Слушай, суровые пистолеты у этих ребят, очень суровые. Так, Апекс побежал на Б с бомбой, оставил Хэппи и... Все, смотрим на героя просто. Ой-ой-ой, даже не понесет ее на Б, просто пойдет на ковра на шифте.
А, все, его услышала яма. Все, его услышал скрим, развернулся, ушел обратно. Кто-то пошел поджимать его. Его никто не пошел. А, Existence будет его поджимать. Ну и то не поджимать, тут просто дождаться надо. Apex просто ждет. Раз. Раз. И все. И все. 15-7. 15-7 и Титан попробует сейчас отыграться. Но LDLC... LDLC надо один, и этим все сказано, по-моему. Если они его не возьмут и проиграют здесь Титаном, еще одно эко. Еще одно эко. Ну, не, ну они могут себе позволить себе хоть три эко делать, им без разницы. Им главное, чтобы закупиться нормально и комфортно. Ну, квик-лявик, я так думаю, по-любому остальные на ЭКМах, и, наверное, будет раунд под Б на девайсах сыгран. Сейчас, кстати, идут под Б, наверное, будут пробивать, что там как. Кстати, я заметил, такая тенденция есть, то, что многие команды на эко-раундах чекают позиции дефенса. Да, да. Очень да. часто такое заметил. Да, прямо я, конечно, заметил. Вот я сейчас думаю, тоже они проверяют это. Ну да, видишь, они вылезают по одному, каждый со своей позиции, по-тихому. Даже не стараясь стреляться, просто самое главное увидеть. Ну вот, Смитс плюс Крим, связку у нас палили. Так, NBK допрыгался, голубчик. Пытался красиво уйти в плент. В итоге а там лагающий шок, да? Не, Шокс не лагает уже, у него уже все хорошо. Он уже на уровне. Прочекал ковры. Там крысы заходят. Хелпу, Апекс. Так, Existence. Должен убивать. А, нет, не убил. Не, ну тут нормально все, в принципе, да. Законтролировали. И главное, что без потерь сыграли. 8-15. Итак, ну что ж, друзья, сейчас начнется самый, не знаю, самый важнейший раунд для команды Титан. Либо все эти паузы были зря, либо они этот раунд выигрывают и идут дальше в набор. Если, хотя вот взять на самом деле осталось всего 6. Да, как если вы... так посмотреть, 7. Ну, 7, да, с учетом этого, как бы, там, но... Ну, надо учитывать, что там будет хотя бы пару эко. Да, да, ну, с учетом того, что пару эко, то все должно быть нормально, но LDLC нужно всего лишь один, и они сейчас играют вполне себе очень хорошую комбинацию. Центр они запирают, аркаду на центр тоже запирают, но у Титанов плана поджима никакого не было, они просто играют в чек, Смитс. Все, Смитс увидел, прострелил спокойненько Апекса, при том, что забил его вообще с края. NBK. Вот это АВП. Просто безумная. Узи сам, наверное, удивился, что его убил. Узи! Ты посмотри, именно Узи просто переворачивает игру. Тот парень, который просто не попадал ни по кому в течение нескольких сезонов Старла. Да в течение прошлого года он вообще играл, как будто его и не было. Как жестко. А, тут маньяк зашел уже в хлпу и все. Я думаю, что это ГГ. 4 в 2, 5, 4 в 1, такой раунд уже. Ну, остается скрим, который просто как пушечное мясо. Ну что ж, будет третья карта и 16-8. 16-8, 1-1 по картам. Такой вот мираж получается. Меняются команды счетом, и третья карта Денюк. Ой-ой-ой. Так, в общем, все, что я могу пока что сказать, это то, что судьи что-то там, наверное, непонятное устроили с мапулом, который сказали мне в начале матча. Так, друзья, мы к вам вернемся через несколько минут, пока небольшой перерыв, наверное, минуток на 5. И в любом случае он будет у всех комментаторов, даже не только у нас, даже у европейцев. Так, и вот вам таймер. Так, число забыл поменять. Ух, суббота ночь. Что делать?